Приветствую, дорогие зрители, подписчики моего канала, как всегда, я Супер, и это будет карта от подписчиков, как всегда. О, плоский мир, ну ладно. Карта от подписчиков, кину карту Борис Иванов, спасибо ему, большая благодарность. И да, вы можете отправлять свои карты на соответствующую тему ВКонтакте, я специально ее открыл. Вот сегодня прям она будет, ссылочка в описании и в комментариях под видео. Не пишите мне в личку, а то там уже много чего написано. Просто пишите в страницу, я принимаю, проверяю и сам обновляю. И, ну, не буду вас, ладно, удалять ваш комментарий. Давайте оденем броню. Ого, он нам сколько чего дал. Ну ладно, он нам дал два нагрудника. Ну, мне нравится золотой. Железный зачем? Даже железный положу сюда. На всякий пожар. Ой-ой-ой. Куда я поставил? Вот так. Все. Тут написал, что в табличках. Привет! Спаси за раскладку. Нет, я, в принципе, умею читать. Я все-таки Доту 2 играл и Counter-Strike играл. На тебе это понадобится. Окей. Дальше что, идем сюда. Тут паркур или что? Что-то я не пойму. Не знаю, что это. Такое? Блин. Я не знаю, зачем рычаги он сюда поставил. Но давайте покликаем, почему бы и нет. Не, это просто были рычаги. А то мне показалось, что-то они помогают. Ну ладно, давайте проходить паркур. О, пробел. Пробел зажался. Ой, там он что-то сделал, ну ладно. Что-то случилось. Да, не смог. Упс, тут какой-то механизм открыт, который я даже его не трогал. И что-то я не пойму, я здесь паркур не могу пройти. Вы, если кидаете мне паркур, хотя бы проходите его. А то я сам не могу пройти. Да, не могу пройти просто. И хотя бы делайте сохранялки, а то без сохранялки я просто буду умирать. Ох. Либо карта не проработана, либо карта такая сама. Давайте, во-первых, пропишем таймсет day. Day. А то как-то темно как. Воу, чё, команда не открыта. Все. А то как темно как. Ну вы, думаю, поняли. Как у жопи негра. Ах. Да блин, немножечко остается вообще, капелька там. Паркур я такой ненавижу, просто ненавижу. Ну ладно, буду проходить. Во-первых, это все-таки он постарался, вот видите, стены построил, все такое. Давай, ой, да там капелька осталась вообще. Ну сейчас давайте обратно перепройдем. Если я не смогу, ладно, такие уж и быть. Включу геймод, либо как-то вот так пройду. Блин, да вообще не могу пройти. Еще мне ВКонтакте пишут, я забыл. Закрыть сейчас. Посмотрю, что тут пишет. Все. Закрыл ВКонтакте, а то там мне кто-то писал. И да, не пишите мне в... Не отправляйте карты мне в личку, а лучше страницу ВКонтакте. Супер называется. Вот, туда заходите. Блин, я упал вообще. Какой-то... Ну ладно, сюда давайте, типа, прошли. Паркур, вот. Прошли, ура, мы прошли, да? Просто немножко карта не проработанная. И в табличках ничего не написано, во-первых. Во-во-во, что-то я запутался. Значит, ну, вот здесь тупик. Давайте сначала эту часть всю. Здесь тупик. Правило левой руки или правой руки. Нет, тут тоже тупик. Тут тупик. Тут тупик. Тупик. Не, вот тут. Вот тут. Вот так можно идти, вот так, тупик. Да вы издеваетесь, везде тупики. Вот из-за этого я еще лабиринты ненавижу. Опа. Нет, давайте тогда левые руки, что ли. Или я по кругам уже не хожу, не знаю. Интересно, вот так можно? Вот так. Нет, так будет читерно. Ой-ой. Блин, я по кругам хожу, да вы издеваетесь, что ли. Ну чел хотя бы подсказку, что ли, дал. А то я здесь буду вечно ходить. Да, вечно буду ходить, в принципе.
почему бы и нет, вечно ходить, чё? И настолько страшно, у меня уже голова закружилась. О, я... Да вы что, издеваетесь? Я в самое начало пошел. Как говорится, если не пройду так... Ну, прости, чё вообще? Я не знаю, как это пройти. Да, ого-го-гось, какой лабиринт, чел. Я бы это никогда бы не прошел, я бы просто круги наматывал. Ну, прости, что я так сделал, но не смогу пройти этот лабиринт, очень плохой. Бяка. Иди дальше. Но ты мод легко прости. Чё? Не знаю. Ну, я тебя прощу, что ты такую карту сделал. Давай. А, я как понял, надо быстро бегать вот так. Блин. Ну, чел, хотя бы сделал бы здесь стенки, потому что у меня двойной пробел иногда нажимается. Пробел просто у меня плохой. Но вы можете по-любому паркур делать, только проверенный. Теперь твоя задача найти кнопку. То есть кнопку в этих местах, да? Ну, вон я вижу какое-то здание. Либо вот в таких зданиях кнопка. Да ну. А, он сундуки поустанавливал. Все, понял. Кнопка. Ну это легкотня. Найдем по-любому. Прикол, он где-то вообще в другом месте спрятал. Это здесь. Может просто сверху спрятать? Или вот здесь находится? Не, 100% не здесь. Давайте искать тогда. Ну найдем 100%. Тут в каком-то... Двери должен быть этот сундук с ключиком, с кнопочкой. Давай. А что в других зданиях нету, мне интересно, сундучков? Почему? Человек хотя бы продумал бы. Ну ладно, не буду обижать, что он такую карту сделал. В принципе, он не виновен, я же прохожу. Ищем вход. Вот тут нет, кнопки нету, фак. Просто кнопка. Можно в церкви? Давайте мы посмотрим. Нет, кнопки здесь нету. Здесь кнопка нету. Ах, в открытые двери не надо заходить. Там, понятное дело, не будет кнопки. Потому что я уже проверил. Может быть где-то здесь рядом. Кнопочка, куда ты спряталась? Ой, жителю нажал. Вот здесь кнопочка нет. Просто иногда могут спрятать вообще в каком-то... Ты хотя бы во все здания мог бы сундуки положить? Потому что я просто не понимаю, в каком именно... Не, здесь я был, по-моему. Вот так. Вот. Да нет... О! Житель, да что ты мне мешался? На, зелье выпей. На, вот. Регенерация. А то я его ударил. Стоп. Во, вот она. Прям рядом... Тупо рядом стоял, я так, в принципе, я ждал. Кнопочка. Не, стоп, сюда. Па-пау. Чё, 5 баллов. Мега-супер-класс карта, чё это? А, бау, балла. Чё это? А, это сколько баллов? Или 5? Или мега-супер-класс карта? Спасибо за прохождение карты. Выбери пункт. Оу, ну ты забыл, знаешь что? Ты ладно, где на Авито насувал, алмазов насувал, но ты одну штуку забыл, чел. Как я буду динамиты взрывать, ты сам подумай, и как я отсюда выйду? Во-первых, мне надо гейммод включить. Да, ты не продумал все-таки, немножечко там, капелька. Вот, ты забыл, то есть, мне дать красные факела. Да, красные факела никогда не забывайте, а то... Как я взорву просто в обычном режиме. Вот это, да уйди. Стоп. Вот это вот так. Сейчас отходим, давай. Бабах. Давайте прям ракету сделаем с бомб. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Это будет моя ракета, полетим в космос. Давай. Опа. Раз. Сусан, блин, в этот блок просто нельзя. Вот так. Сразу две бомбы. Киньки. Блин, не смог полететь, ладно. Я знаю один механизм, сейчас я вам покажу. Просто зачем заканчивать так? И зачем ты зельки дал? Ну, так просто. Нормально, в принципе.
берем красную пыль. Я помню, мы с другом такую штуку делали. Вот так. Не вот так, не вот так даже. Вот так. И вот так ставили. Стоп. Ждем несколько секунд. Уху, видите? Но если хорошенько прыгнуть, то есть посередине надо воду поставить, чтобы не сдохнуть. Давайте. Уху, видите? Под прыжок такой высокий. Ну ладно, можно еще сделать супер взрывалку. Берем, сразу подрываем, ставим этот динамит и немножко подрываем. Вот. И когда вот этот взрывается, не так. Я помню, как-то сделал динамит из двух динамитов. Во-первых, надо, по-моему, поджечь вот этот динамит, подождать максимум времени и нажать вот этот. Бабах. Ну, немножко поделал, ну ладно. Да, на этом будем заканчивать. Это была карта от подписчиков. В принципе, я бы оценил бы эту карту, в принципе, так на четверочку, в принципе, сойдет. Потому что он все-таки старался, он, видели, что-то построил. Ну, и вон там лабиринт постарался сделать, потому что он какой-то был гигантский. Просто я его не мог пройти никогда. Я бы его, в принципе, никогда и не прошел. Просто он большой, да? Ну все, с вами был я, Супер. Не забывайте отправлять мне карты от подписчиков в специальную группу ВКонтакте. Там есть обсуждение. Я открыл сегодня. Ну все, всем удачи, всем пока. И да, эта ссылка будет в описании к видео. И где? И в комментариях под видео, да? Ну все, всем удачи, всем бай-бай.